СГТУ имени Гагарина – это престижный образовательный центр, предлагающий своим абитуриентам выбор самых современных и, самое главное, востребованных направлений профессионального обучения. Это признанный лидер подготовки кадров для информационных технологий, машиностроения, энергетики, строительства, транспорта, нефтегазовой промышленности, архитектуры и дизайна, гуманитарной сферы и многих отраслей современной экономики. Сочетая лучшие традиции своей 90-летней истории и прорывные образовательные технологии 21 века, Гагаринский университет готовит не просто профессионалов, но специалистов, способных стать первооткрывателями новых знаний, новых горизонтов технологического развития. Не случайно СГТУ имени Гагарина получил статус опорного вуза Саратовской области. Техническое образование сегодня – это синтез высоких технологий и нестандартного творческого мышления. Для меня политех – это возможность реализовать себя. Для меня политех – это знакомство с интересными людьми. Для меня политех – это харизматичный преподаватель. Для меня политех – это наши студенты. Именно в политехе я нашел свою любовь. И теперь мы муж и жена. Для меня политех – это возможность стать настоящим профессионалом. Для меня политех – это выбор перспективной профессии. Для меня политех – это возможность быть первым. Пять простых шагов для поступления в СГТУ. Шаг первый. Зайти на сайт ssto.ru, раздел «Абитуриенту». Шаг второй. Выбрать направление для обучения. Шаг третий. Перейти по кнопкам «Подать заявление», «Распечатать» и «Подписать заявление на поступление», а также «Согласие на обработку персональных данных» и «Заявление о согласии на зачисление». Подавайте заявление о согласии сразу при подаче документов. Это гарантия зачисления в СГТУ. В 2020 году зачисление будет проходить только при наличии этого документа. Шаг четвертый. Отправить отсканированные документы на электронную почту. Шаг пятый. Увидеть себя в списке поступающих. Телефон приемной комиссии 99 86 66. Прием документов для очного обучения продлится до 17 августа. На платное обучение до конца августа. Подать документы успеют все. Приходи.